Записываем. Не помогло? Вот бывало раньше. Убью свинью, так легче стать. А сейчас пишу. Не помогло? Ага! Раскрывается преступление. А вы что это докажете? Почему это? А вот доказательства. Доказательства, Мил. Да вот же они доказательства. Вот же они. А все равно ничего не докажете. Почему? А где вы в Москве? Видео магнитофонные. Это да. Надо кормить. Отдыхать любят все. Это по-другому никак. Во, я сняла, как эту рыжую братанули. Блюша, Блюша, Блюша. Ну что ж, Владимир Владимирович, давайте начнем. Для начала поясню, автомобиль учебный, у вас там три детали. У меня точно такие же рычаги общие, так что фактически мы можем вместе управлять машиной. Это ты мне рассказываешь? Они боятся тебя. Да прям боятся они меня. Я с руки кормлю. У них настроения нет. Я снимаю. Все равно. Давай, давай, красючка. Иди, тебя можно? Конечно, можно. Ёбаный писихасками плачу. Я не это имел. Владимир Владимирович, я, конечно, понимаю, что это привычка, но давайте что-то встречки на твою голову съедем. Значит так. Того большого. Всех снимал. Я завалил! Да я не мог завалить! Я же готовился, я же учил! А я пошутил! Я вот так сказал. Ну что, поедем дальше, только давай сначала на заправку. Кроме фарша, ни хера, они сейчас. Смотри, какой цвет. Не живой. У нас бензин никогда не кончится. И не догадываясь, что и в своем городе можно неплохо отдохнуть. Итак, городской пляж. Краску видно? Да. Обалдеть. Снимай больше. Здравствуйте. Я скину в этот. Давайте начнем. Где у вас камера хранения? И что, отдыхающие могут не беспокоиться о пропаже вещей? Могут не беспокоиться. А могут и беспокоиться. Каждый по-своему горе переживает. Смотри, идут, идут. Семенович, в женской кабинке для переодевания ЖП. Что случилось? Вот так вспышка не работает. Уйди, уйди. Короче, я сейчас мясо принесу, подожди. А ну не ешь песок, ты не скидывался. Извините, а можно матрас еще на час продлить? Да вещи вы свои до сих пор не нашли, да? Ну я бы по-вашему до завтра продлил. Все понятно. Так, эй, куда ты там? Не нашел я его. Три часа. Ты его оплатил, но нигде нету. Но быть такого не может, а? Чтоб ни в одном магазине того-то пива не было. Иди ищи. Так.